Привет, дорогие друзья! Вы на канале Crypto Baby, и сегодня мы знакомимся с вами с очень интересным проектом. Наш проект называется Ardoxus. Это стратегическая криптоигра, сочетающая в себе веселье, безопасный заработок благодаря устойчивой экономике. Вы сможете собирать карты, защищать башни, сражаться вместе с друзьями в ностальгическом приключении, ориентированном, кстати, на сообщество. Что же такое Ardoxus? Вы можете посмотреть самостоятельно. У них есть свой видеоролик, чтобы посмотреть, представить, как это все будет работать. Собственно, смысл игры у нас все описывается, и сейчас я вам расскажу. То есть спустя 370 лет после создания блокчейна планета переживает технологическую передозировку, когда население Земли живет, работает, взаимодействует в виртуальном мире, называемом метавселенной. Человечество продвинулось настолько далеко, что межпланетные путешествия и контакты, существование со всей Вселенной стали нормой. Больше нет человеческого контакта, только цифровое общение. И это становится, естественно, какой-то трагедией. Ресурсов для выживания становится все меньше, и последние оставшиеся на Земле фрагменты Ardoxus'а были использованы для превращения существующих уже существ в воинов NFT. То есть миссия этих воинов заключается в поиске ресурсов и доступе к новым мирам через уже портал метавселенной. На протяжении всего этого приключения они сражаются в невероятных битвах, чтобы собрать фрагменты Ardoxus'а, восстановить свою цивилизацию, развить технологию NFT и расширять свою команду. Помимо воинов NFT, по всей метавселенной в гонке за фрагментами участвуют тысячи других существ. В нынешнем сценарии цивилизации отправляются некоторые невероятные приключения и экспедиции в поисках токенов RDX. Добыча этого драгоценного ресурса потребует огромной самоотдачи во время приключений и сражений. То есть вот такая вот у нас интересная планируется игра в Ardoxus. И совсем скоро это, конечно же, запустится. Также я вам расскажу про стейкинг. Обязательно расскажу про вот эти вот интересные капсулы. Но об этом мы с вами чуть-чуть позже. Почему же все-таки выбирать стоит именно Ardoxus? Во-первых, вы можете, конечно же, сражаться, играть с друзьями. У Ardoxus'а достаточно устойчивая экономика. Также у них есть вот такие вот очаровательные герои. И они, кстати, разные, имеют разные силы, разную там силу удара. Ну, в общем, могут наносить урон на расстоянии и вблизи. Ну, в общем, на самом деле они очень интересны. У них есть также атрибуты, характеристики, собственно, сами герои. Вот мы видим, есть у них такие таблицы, есть их уровни, здоровье, атака, критический удар, как они могут уклоняться, диапазон, скорость атаки и их, собственно, личная скорость. Ну и вот они у нас все игроки здесь есть. Естественно, есть такой момент, то, что игроки живут не так, не всю жизнь, как хотелось бы, не так долго. Они живут какое-то определенное время, 86 часов, по-моему, или что-то такое. Но это не беда. Мы можем, собственно, с вами применять вот такие расходники, например, как ардоксианское зелье. То есть наша общая продолжительность жизни нашего игрока составляет всего 86 400 минут. То есть, выпивая это зелье, поглощая, наш игрок возрождается как бы заново. То есть у него не отнимается время, прибавляется до максимума. То есть он будет еще очень долго жить. И там очень-очень много будет таких приколов. Также есть различные планеты, например, Астрикс, Эрос, космостанция у них также есть, Драконис и Эра Нексуса. Также обещают в скором времени добавить самолеты, боевые арены, галактики. То есть с каждым разом будет все интереснее и интересней. Нужно только попробовать, и, конечно, это дело затянет. Также, о чем же мне хотелось еще вам рассказать. Есть различные режимы игры. Есть PvP, также
Есть у нас ПВЕ «Защита башни», ПВЕ «Приключения». Конечно же, очень много всего интересного хочется рассказать. Собственно, здесь у нас, как это все выглядит, сам майнинг. Сейчас я вам все обязательно расскажу. Собственно, у нас общий запас токенов 10 миллионов RDX. То есть всего у нас 10 миллионов токенов. Один токен у нас равен на 1 доллар США. Мы купим с вами 0,04 токена RDX. И совсем скоро у нас стартует листинг на бирже. То есть уже в апреле месяце, но неизвестно пока какого числа, то есть на панкейке. И, естественно, далее у нас будут листинги на централизованных биржах. И, конечно, я думаю, совсем скоро токен будет расти в цене. Поэтому у нас еще есть шанс, так сказать, запрыгнуть в последний вагон. Также 11 числа, 11 марта, совсем скоро, команда перестанет прятать свои лица и наконец-то покажут себя. Что же хотелось рассказать? Собственно, здесь у нас также все описывается подробно о Бардоксусе. Собственно, есть режим майнинга, явно представляет собой он игровой режим, предназначенный для инвесторов уже, у которых мало времени для игры и создания стратегии для увеличения своих доходов. В режиме майнинга ваши активы, конечно, будут стремиться к максимально возможной доходности на основе заранее определенного расчета, изложенного вот в этих документах. То есть у нас расчет ежедневного дохода на одного инвестора основан на следующих предпосылках. То есть наше общее количество звезд, количество звезд планеты, количество звезд наших героев. И здесь вот у нас такие нехитрые расчеты. Можно самостоятельно ознакомиться, как же это рассчитывается. Также у них есть своя экономика, есть токеномика и ликвидность. Собственно, так как RDX у нас игровым токеном является, привязанный он к USDT, который предотвращает увеличение предложения и поддерживает стабильную цену без дополнительных токенов для основателей. Это и позволяет избежать падения цен при продаже. То есть токен является достаточно стабильным. И мы с вами сейчас посмотрим, вот у нас, собственно, токеномика наша. 50% у нас будет, то есть 5 миллионов на IDO пойдет. Также 40%, 4 миллиона будет потрачено на листинг. И, конечно же, заблокировано будет 10%. У нас можно ознакомиться более подробно с экономикой Ардоксуса, там все очень подробно расписано. Вам нужно перейти и ознакомиться самостоятельно, если вам, конечно, понравился проект. Еще у них очень много всего интересного. У них дорожная карта, кстати, начинается с 2022 года. То есть дорожная карта у нас уже 2 года живет проект. Подходили серьезно, так сказать, и все началось именно конкретно с 23-го уже. Ну, а мы сейчас посмотрим, что они делали в 2024-м. В марте у нас запущен сайт этого года, у них агрессивные маркетинговые стратегии. Также они, естественно, сотрудничают с влиятельными лицами, с блогерами. Также у них специальные капсулы NFT, которые можно, кстати, приобретать, стоят они по 10 долларов, и, конечно же, там уже вам могут попадаться различные герои, зелья там, за, естественно, они будут по редкости различные, у вас есть все шансы получить самые редкие, самых редких героев и, конечно, самые редкие расходники. Далее у нас планируется запуск майнинга, airdrop компании. ПВЕ также у нас в апреле будет запущен. Это первый режим игры, в котором мы с вами сможем попробовать уже играть. Листинги на децентрализованных биржах. Программа ставок. Листинги на централизованных биржах. И, конечно, обновят дорожную карту. То есть не планируют расширяться. И дорожная карта, конечно, тоже будет само собой расти.
Также, это еще не все, у них очень много всего планируется. Присоединяйтесь обязательно к соцсетям, если вам понравился Ardoxus. А я думаю, что он вам понравился. У них также есть своя страница в Twitter X. Здесь, как мы видим, мы не можем не подписаться, не следить за новостями. У нас, как обычно, аирдропы, как мы видим уже. И также есть гиф на вот такую крутую капсулу. Кстати, обязательно тоже приму участие и вам советую того же. Ну, а если хотите более детально знать об аирдропах, об гивах и не только следить за новостями проекта, приглашаются все абсолютно в Discord для более развернутого, так сказать, для более развернутого чтения новостей. И, естественно, в этом случае мы с вами ничего не пропустим. По-моему, суперский игровой проект, очень стабильный. Будет все очень безумно интересно, я уверена в этом. И обязательно присоединяйтесь, если вам понравилось. Я вам всем желаю удачи вместе с Ардоксусом. И, конечно, всем вам обалденного, классного настроения. Ну а мне ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии и не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!